Мы в любом случае хотим обязательно пожелать здоровья. То, что в тот раз, когда да, мы только вышли, естественно, и до конца не было вообще понятно, что произошло, да и на самом деле все во время самой разминки как бы было непонятно. Вот, поэтому нам очень жаль, что все-таки ребятам пришлось сняться. И мы от всей души хотим пожелать здоровья, потому что, к сожалению, спорт у нас травмоопасный. И такое, к сожалению, случается на крупных турнирах и так далее. Вот, но очень жаль, что такие ситуации происходят. Надеюсь на их скорейшее восстановление, выздоровление. Искренне им это желаем. Лиза. Пообщаться не удалось? А? Пообщаться не удалось? Ну вот буквально утром пересеклись с Аннабель, потому что, естественно, тоже, знаете, такой момент сразу лезть. Это не совсем этично, не совсем корректно. Да. Мы все взрослые люди, поэтому мы в отеле пересеклись, естественно, поинтересовались здоровьем и вообще, собственно, выразили свои тоже пожелания восстановления, что нам очень жаль, что такое происходит.